Дадо-79 представляет. Несмотря на майский доклад, МИД России, посвященный ситуации с героизацией нацизма, в котором говорилось, что в отношении Горегина НЖДЕ, имеется информация о его сотрудничестве с нацистами. Армяне, тем не менее, решили пойти наперекор внешнеполитическому ведомству России. Согласно армянским СМИ, сеанс фильма «Горегин ЖДЕ» пройдет 26 октября в кинотеатре «Монитор Красная площадь» в городе Армавире, Краснодарский край России. О реакции российских властей на очередную наглость армян пока ничего не известно.